Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам, как связать такой узор зигзаги при помощи изнаночных и лицевых петель. Здесь у меня провязано по горизонтали 2 раппорта и вверх 2 раппорта. Один раппорт состоит из 13 петель плюс кромочные. Первый ряд раппорта вяжем. Кромочную снимаем, вяжем 1 изнаночная, 11 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 1 изнаночная. Кромочная провязывается изнаночной. Раппорт провязали. Второй ряд изнаночный. Все петли вяжем по рисунку. Кромочную снимаем и по рисунку смотрим и вяжем. Таким образом, во всех четных рядах изнаночных петли вяжутся по рисунку. Третий ряд раппорта. Кромочную снимаем, вяжем 1 лицевая, изнаночная, 9 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, изнаночная, лицевая. Кромочная провязывается изнаночной. Пятый ряд раппорта. Кромочную снимаем, провязываем изнаночную, лицевую, изнаночную, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, изнаночная, лицевая, изнаночная. Кромочная провязывается изнаночной. Седьмой ряд раппорта. Кромочную снимаем, провязываем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Кромочная провязывается изнаночной. Девятый ряд раппорта. Кромочную снимаем, 2 лицевые, 1, 2, изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 лицевые, 1, 2, кромочная провязываем изнаночной. 11 ряд раппорта. Кромочную снимаем, провязываем 3 лицевые, 1, 2, 3, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, кромочную провязываем изнаночной. 13 ряд раппорта. Кромочную снимаем, провязываем 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, и 4 лицевых, 1, 2, 3, 4,
Кромочную провязываем изнаночной. 15 ряд рапорта. Кромочную снимаем. Провязываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Изнаночная, лицевая, изнаночная. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Кромочную провязываем изнаночной. 17 ряд рапорта. Кромочную снимаем. Провязываем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 изнаночная. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кромочную провязываем изнаночной. Начиная с 19 ряда, узор повторяется с первого ряда. Таким образом получается такой вот узор.